Ребята, привет. Уже прошло минут 10, всего минут 10, и вот пока мы здесь засели, она пошла туда. Она от этого места перешла туда. Ребят, давайте к ней подойдем. Что-то мне кажется, что я чувствую неладное. Так она там просто сидит. Вот им просто сидит. Да, подождите, она нас выгнала. Мне просто тоже ее поведение бесит. Она ведет себя как дурочка. Нам даже спасибо не говорит. Мы ее спасаем. Как будто маленький ребенок. Да. И задницу вытягиваем. Ну, блин, ну, честно. Ладно, давайте еще чуть-чуть посидим. Все, чуть-чуть посидим. В общем, сидит она уже минут там 10, может, 10-15 минут. Мы с этого места, в принципе, никуда и не уходили. Мы тоже тут, в принципе, тут и сидим. Никаких, в принципе, явлений тоже не происходило. Она просто тут же была, и теперь она перешла туда. Летала, в принципе, как обычно, сидела там. Да. Жесть. Согласна. Нет, ну просто, ребята, согласитесь, она ведет себя как полная дурочка. Зачем? Ну, реально. Да, Ай сидит. Я согласна, но все равно как бы вы сами. Какой Оля? Понять. Мы эту Олю нигде ничего не видели. Она говорит о том человеке, в принципе, которого вообще нет, не существует. Да, который, в принципе, не существует. Она несет туда. А если вдруг Оля вселилась в Аню? Тихо. Она что-то сказала или что? Нет, просто кашлянула. Кашлянула? Если вдруг в Аню вселилась Оля. Да нет, это не может быть, что Аня вселилась в Оля. Тем более, это типа вообще... Типа это намекает какой-то типа дух? Типа того. Ну, блин, ну, понимаете, то, что ей снился сон просто, и с этого сна она взяла. Началось, да. В общем, ребята, я предлагаю все-таки туда подойти, хотя бы тихонечко посмотреть поближе. Если что, это не ладно, все-таки подойдем к ней. Ну, давайте думаю, медленно будем чуть-чуть подходить. Ребят. Мы будем подходить, короче, ребят, мы будем подходить медленно и смотреть. Мальчики, возьмите мой рюкзак. Как бы мы. Наш... Иди, а если там тихо. Тихо. Ну блин, я же говорю, тихо. Тихо, блин, мальчики. Это именно. С мальчиком. Короче, вот она просто сидит. Пока просто сидит. Вот ее рюкзак. Вот ее рюкзак. Мальчики, возьмите один рюкзак. Что за что? Ну, я хочу вообще планировать забрать, как бы я здесь не хочу. Мальчики, возьмите ее рюкзак. Тихо, тихо, тихо. Ань. Анюта. Ань, а где платье? Анют. Нету платья, его Оля забрала. Да, тут вообще нет никакого платья. Ань, ты немножко выпачкалась? Что? А где он? Сюда подойди. Сними ее быстро, снимай ее лицо. Ань. Ань. Ого. Что с ним? Подожди. Анют. Ань. Ань. У тебя все хорошо. Трогай меня. Окей. Аню, солнышко, можно? Да. Все хорошо. Не нервничай, все хорошо. Ты слышишь? Куда мальчики пошли? Платье. Не идите, Коля! Она не хочет, чтобы вы к ней приходили! Это я шел оттуда! Быстро! Мальчики, идите сюда, ладно, так уж и быть. Ань. Ты грязная вся. Я знаю. Аня, ты видела? Ты... Там не трогай меня! Все хорошо, Ань. Ань, у нее на шее. Выдумки твоя, Оля. Да вот нет. Именно. Она как где? Как будто бы уставшая. Ты Оля видела? И все. Сейчас с тобой или нет? Ты с ней общалась уже? Хорошая девочка. Ты не хочешь оставлять? Может, пойдем? Ань, пошли домой к родителям. Там тебе мама с папой ждет. Давай завтра к ней придем. Будем навещать ее. Будем всякую еду приносить. А что она любит больше всего? Играться со мной. Вот, давай ты будешь завтра к ней приходить, играться. Каждый день будем приходить. Давайте все вместе будем. Она не хочет, чтобы вы к ней приходили. Ну... Как бы она должна к нам привыкнуть? Мы как бы твои друзья, как-никак. Она не будет к вам привыкать. Аня, а как же мы? Ты что, нас бросаешь? Ты что, с нами гулять больше не будешь? Стой. В общем, я предлагаю. Долго мы раздумываться не будем. Я подумаю. Аня, не могу. Какое-то воображение. Тихо, подойди. Мне кажется, это неправильно. Надо с ней спокойнее разговаривать. Вставай, давай. Анют, тихо.
Ань, ты чего? Да, давай руку. Лера, ты как? Лера, все хорошо? Я как бы нормально. Ничего себе. Она... Там ее сидеть. Ань. Ань, да ты не расстраивайся. Ну ладно, если хочешь, сиди. Короче, ребят, мы пошли. Влад, блин, ты... Собрала? Ура! Есть! Да, ребята, вот. Вот это вот эта та игрушка, с которой сидела Аня. Короче, сядем, садимся. Я думаю, сейчас станет легче. Да, нет, только что еще станет легче. Да. Вот, это какая-то погремушка с... Блин, а откуда у нее все эти синяки и царапины? Я не знаю, да. Это очень странно. Так что она... Блин, она там минут 15 сидит. У нее тут на шее царапины. Я думаю, вам было видно. У нее на шее царапины и синяки под глазами. И вот мы забрали это. Отдайте мой кулончик, быстро! Отдайте, верните мне мой кулончик! Это мой кулончик, верните мне его! Быстро! Я знаю, что это в вас, я это чувствую! Верните мне мой кулончик, блин! Она ведет себя, она... Оля, скажите ее! Кулончик мой забрал! Она стоит и орет, она ведет себя... Тихо, она упала. Что делать? Да я не знаю, что к ней, она орет. Может, она вообще стала бешеной. Блин, вот именно, может, она вообще какая-то дурочка стала. Аня, вставай! Аня, так больше продолжаться не может. На, вставай, возьми, пошли возьми, отсюда! На, возьми, все, короче, мои крайние меры. У меня тут голова, на, держи. Аня, вставай! Аня, вставай! Вставай! Вот кулончик! Вставай! У нас кулончик! Все, вставай, кулончик! Идем. Отдай! Нет! Отдай кулончик! Нет. Кошмар. Пошли за нами, мы тебе его дадим. Да, мы тебе дадим. Да, потом, давай выйдем отсюда. Все, хотя бы. Вставай, я идем. Сказала, отдай кулон. Отдам я тебе ничего, ты нас бесишь уже. Если я вас бешу, пошли вон отсюда. Кулончик мне отдайте, да, и отойди отсюда. Какой-то кошмар. Пошла, отойди. Я не буду с вами никуда идти, я сказала, отдай кулон мне. Ты будешь с нами идти. Я не буду с вами идти. Все, мы уходим. Кулон верни! Да не отдам тебе кулон, до свидания. Если ты не дашь мне кулон, я тебя уничтожу, утоплю в этом озере, ты поняла меня? Не дай! Да стойте! Тихо. Аня, утопи ее! Ребята, я не успеваю за ними. Я в самом конце сейчас бегу. Это происходит что-то непонятное. Я не могу понять, что происходит. Лера, быстрее! Вот, догоняй! Аня, кулон у меня! Отдай кулон! Ребята, я сейчас не буду это снимать. Такое нельзя показывать. Отдай! Сейчас. Отдай! Смотрите. Что это? Что это? Что? Смотрите. Ого. Оля вернулась! Оля! Оля! Настоящая Оля! Все хорошо? Если птицы прилетели... Забирай свой кулон и уходи! Если птицы прилетели, то что она пришла? Забирай кулон и уходи! Ты отломала штуку отсюда! Уходи! Уходи! Если вы еще раз сюда придете, я вас... Да не придем! Оставайся здесь одна! Пока! Лев, с тобой все хорошо? Она меня душила. Я? Тихо. Если бы не мальчик, я не знаю, что бы было. То есть, ребята... Что-то... Он найдет. Это ненормальное поведение. Она меня просто чуть ли только что не задушила. Если бы не мальчик, если бы вы не успели, то все, что бы было потом. Ого. Ой, мне даже кажется, они сейчас на нас прилетят. В общем, ребята, всем пока!